сети прогнозов. Их есть у меня. В этом обществе исчезает даже само обладание. И наступает царство чистой видимости, имитации обладания. То есть человек уже ничего не имеет, но ему кажется, что имеет. И потребляет он совсем не вещи, но их зрелищные муляжи, имиджи, образы, голографические рекламные химеры. По большому счету, он уже и не живет вовсе, понимаете? Но смотрит по телеку, в блогах и социальных сетях, как живут другие. Если раньше система бросала непокорных в лагеря, и их сторожили тысячи вооруженных охранников, то сегодня она загоняет их в концлагеря зловещих экранов, телевизоров или компьютеров. Здесь все позволено. Но ничего невозможно. И чем больше люди смотрят в чарующую электрическую поверхность, тем меньше видят. Чем больше слушают, тем меньше понимают. Зрелище заняло место самой реальности. Вуаля!